Так, ребята, привет, меня зовут Алексей Царев, и сейчас я вам покажу, как работает наш алоэ с нашими клеточками, с нашим организмом. Водичка. Так, представьте себе, что вот это вы, мы родились на свет, да? Мы такие чистенькие, у нас все-все, кишечник чистенький. И вот она первая конфетка, да? А там что, краситель, да? Это все попало... наш организм. А потом мы чуть-чуть запачкали себя первой пиццей, потом пиво, да? Ну, мы нормальные люди, да? Шашлычок пошел, все хорошо. И вот, в принципе, уже выглядит немножко не так чистенько, как здесь организм. Представим себе, что это не вермишелька, а это наши клеточки. Вот что происходит. Они запачкались, ребята. Вот так выглядят наши клетки в организме. Давайте попробуем отмыть наши клеточки от... Ну, водичка, правильно? Кстати, вы же каждый день моетесь, умываетесь, да, а внутри? И вот попробуем внутри помыть наши клеточки. Так, что у нас получается? Чуть-чуть отмывается, но как бы не очень. И вот в Мексике есть такой овощ, его едят, как у нас огурцы, допустим, да? Называется алоэ. Компания Алоэ этот замечательный напиток сделала из живого геля алоэ, вера, и вот что происходит. Мы добавляем в организм нашего алоэ. И алоэ начинает работать. Алоэ – это уникальное растение, которое, попадая в любую неблагоприятную среду, начинает просто все чистить подряд. То есть эффект самовыживания или детокс. Детокс эффект. Таким образом, обратите внимание, что грязная клетка становится какой? Чистой. Так. Достанем пальчиком. Эту вот клеточку. Вот она чистенькая. А теперь смотрите, а мы ее раз и в грязную среду. Обратите внимание, что происходит. Она не хочет пачкаться, видите? То есть алоэ обладает способностью защищать клетку от агрессивной среды. Ну понятно, если это будет продолжаться долго, то и она тоже запачкается, да? То есть погибнет эта клетка. Спрашивают иногда, сколько надо времени пить алоэ? Сколько вы собираетесь есть огурцы и помидоры? Сколько собираетесь жить? Да, сколько? Вот сколько вы собираетесь? Я думаю, что, ну, пожизненно. А вот теперь смотрите, мы же с вами нормальные люди, а у нас сейчас в мае что? Шашлык. Шашлык, башлык. Раз. Поели? Но если вы принимаете алоэ, что происходит? Алоэ работает. Стоит ли каждый день пить? Конечно. Вы еще пошли там на Новый год, допустим. Раз. А оно что? Видите, работает. Клеточка защищена. Вот она чистенькая. И таким образом алоэ работает с организмом. А вот что будет с человеком, который первый раз принял алоэ? Смотрите, с его организмом. С ребенком, взрослым, с нашими родителями 80 лет, неважно. Смотрите. Раз. И все. Пошел процесс. Сразу же очищается организм, да, поэтому вот профессура, которая занимается этим, например, это доктор Дульбье, Пойзер, академик Гордомысова, да, они что говорят? Минимум 140 дней нужно принимать алоэ, чтобы постепенно очистились клетки. Видите, по чуть-чуть. Пройдет еще минут 5-10, и вы заметите, что здесь будет абсолютно все чистенько. Таким образом, можно жить всегда с грязью в организме, а можно, употребляя наш замечательный алоэ ежедневно, получить эффект быть здоровым и чистеньким. Желаю вам быть здоровыми, крепкими, чтобы наши детки были красивые и чтобы наши дамы были всегда.